Здравствуйте, друзья! Привет! Добро пожаловать на наш канал Matthew Pictures. С вами Матвей и Алексей. Это видео мы собирались сделать в конце года, но как-то мы совсем об этом забыли, и недавние посты во всех сетях по поводу рейтингов и всего такого привели меня к одной мысли. Давайте мы с вами создадим наш собственный рейтинг лучшей мини-фигурки 2020 года из журнала LEGO Ninjago. Обзоры всех этих журналов вы видели на нашем канале. Это с января 2020 года, соответственно, по декабрь. Да, еще один момент. В Германии вышло 13 журналов в 2020 году. Да. И, соответственно, мини-фигурок будет тоже 13. В отличие от России, в которой вышло всего 12 номеров. И было, соответственно, 12 мини-фигурок. Сейчас мы вам напомним, какие мини-фигурки участвуют в рейтинге. И вы проголосуете в комментариях. И, если что, мы сделаем отдельный пост в нашей группе ВК. Да. И здесь в сообществе, но здесь в сообществе могут проголосовать только, по-моему, только подписчики видят эти посты. Но мы сделаем отдельный пост в сообществе в Ютубе, и вы можете там нажать кнопку проголосовать за одну из фигурок. А буквально через, я не знаю, надо сделать это быстро, через неделю, может 10 дней, мы сделаем уже отдельный выпуск и объявим там, какая мини-фигурка стала по версии нашего канала мини-фигурка года, LEGO Ninjago, там, ну как-то так. Давай напомним нашим подписчикам, нашим зрителям, какие мини-фигурки были в этом году в журналах LEGO Ninjago. Итак, январь, это был Джей, по-моему, да? Запрет на кружицу, Джей. Дальше. Запрет на кружицу, Кай. Это был февраль. Ну, конечно, запрет на кружицу, Ллойда. Все хорошо. Так, это, по-моему, все были мини-фигурки по 11 сезону, да? Да. Все эти мини-фигурки вы знаете. Кто пропустил какой-то из этих выпусков, вы можете отмотать немножко назад, посмотреть в плейлисте, что там было. Так, следующее. Следующее у нас Ледяной Император. Дальше в мае был Кол с огромным молотом. В июне была Ния. Кстати, Джей был в 2020 году, мини-фигурка Джея была 3 раза. Я не знаю, в России, по-моему, 2, а в Германии она была 3 раза. Это была мини-фигурка Джея. По-моему, это из Legacy, да? Следующий выпуск был, это был август. Зейн. Следующая мини-фигурка Диджи Ллойд. Это был август-сентябрь, то есть тут немножко произошла сдвижка. Это август-сентябрь, у нас был Диджи Ллойд. Дальше был Диджи Кай, это уже 12 сезон, Prime Empire. В сентябре был Кай. Дальше, в октябре была мини-фигурка Ричи. Дальше, что это у нас? Перестали они печатать. Октябрь, ноябрь. В ноябре у нас был Диджи Джей. Я так понимаю, что в России этого выпуска не было. С Диджи Джеем там был сразу Манс. Манс по имени Мёрт. И у него было специальное оборудование. У него был наплечник и кортик. Но как-то нам попалось, что у него кортиков 2. Мы с Матвеем уже сделали свой выбор, мы написали на бумажке и закрыли вот в этом конверте. И мы его откроем, когда будем делать следующий выпуск, когда мы будем подводить итоги и посмотрим, совпало ли наше мнение с мнением аудитории, с выбором аудитории. Ждем ваших комментариев, вашего участия в нашем голосовании, в нашем рейтинге. Мы благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.